Окей, я тогда покажу, если вы так хотите, но если честно, то мне было просто лень искать другие комменты, потому что я не ленивая жопа, то я покажу как вообще рисую анимацию и чуток спалю новый проект, да. А именно перейду в свою драную жопу, чтобы начать вот что-то делать. В этом видео я не буду вам показывать, говорить, как надо рисовать. Главное это мотивация, потому что без нее ничего невозможно сделать. Нужно больше мотивации. Ты чё, блин? Я, конечно, понимаю, что я мало чего объяснил, но что еще объяснять? Я просто беру и захожу в программу, я бы использовал FlipaClip на телефоне. Потому что она пока мне не очень удобна, так как нифига не разбираюсь. Но что еще сказать? По сути, это видео было заключено в том, чтобы вам дать хоть какую-то мотивацию. Не знаю, каким бог мне бы ее дал. Но все-таки, если вы хотите рисовать, то, во-первых, возьмите за это и не прекращайте это делать. So bright, it's hard to breathe, but that's alright.